Так, ну что, процессинг идет. Техно Николь, кстати. Привет, Рыбакова. Все, уже начали ложить у нас вторую стеночку. Все вырезано ровненько. Процесс по полной. Пошла жара. Стройка полным ходом. Техно Николь тема. Так как у нас юга, здесь не обязательно на 2-3 слоя, как делают некоторые. Тут нету таких морозов, холодов. Там достаточно в один слой. То, что с ребятами разговаривал, то здесь живут по полгода. Они вообще говорят, прям дома теплые, хорошие. Улыбочку. Всем привет! Так, терраса, смотрите, уже готова под заливочку, все, осталось бетоном залить и дать надышаться бетону, чтобы окреп. Ребята молодцы, все могут, все делают. Там еще потом заборчик на один кирпич поднимут до нашего угла, чтобы было вообще прям красота. Работа прет, кипит. Процесс прет. Свежий цементик. Да. Цемент хороший? Да, хороший. Что там у тебя уже на стена? Стена почему? Так у тебя уже заканчиваешь, да? Эта работа прет. А здесь у нас потом будут красивые окна. Вот таким образом у нас уже работа. Америка, да? Да? Да. А вот эти все потом мы тут замазывать еще будешь, да? Добрый день! Добрый! Ну как вам здесь? Свежо? Замечательно, хорошо. Дом уже построили, уже живете? Дом уже построили, живем. Сколько живете по времени? Живем 3 месяца. Ну зиму не застали, получается? Зиму нет, не успели. Ну в принципе соседи говорят, что теплые дома получаются. Тепло, да. У вас какой дом, участок? У нас вот двухэтажный и вот этот маленький два. А так мы с вами соседи через дом. Да. Все, отлично, будем дружить с семьями. Будем дружить. Собакин, тебя как зовут? Фрося. Фрося. Я Наташа. А я Слава. Очень приятно. Взаимно. Да, будем надеяться, что у нас все будет лучше, чем у всех. Да, конечно, там же спортивные площадочки, да. Все построят, там для детей. Да, там сказали, и парковая зона дальше Да, по плану, прям будет огонь, классно. Так что у нас надеемся, будет... Надеемся только на лучшее, и для тебя может построить специальный... Да, для выгула собак. Да. Это уже через чего. Удачного дня. И вам всего доброго.